Спонсор прогноза погоды – агентство недвижимости «Визит». Распродажа новостроек и готового жилья. Скидка до 20%. Только в агентстве недвижимости «Визит». Звоните 374-4704. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная погода. Дожди пройдут повсеместно. В северных районах возможен снег. Температура воздуха днем минус 1, плюс 3 градуса, ночью 0, плюс 2. Ветер юго-восточного направления, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани пасмурное небо, пройдет дождь. Днем плюс 3 градуса, ночью плюс 2. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя, днем плюс 2 и ночью 2 градуса выше 0, ветер юго-восточного направления 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь в течение дня. В дневное время плюс 1, ночью 2 градуса выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 86%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.